Ребят, перед началом видео хотел бы посоветовать вам канал одного человечка. YouTube канал называется Майнер. Человек снимает юмористические видео, шорты, длинные видосы. Поэтому хочу вас попросить, чтобы вы от меня перешли к нему, поставили лайки, написали комментарии. Если вам понравится его видео, то подпишитесь. Ссылочка на канал Майнера в описании. Залетаем. С каждым годом нас нормальных мужиков все меньше и меньше, Михалыч. Давай. Так и живем, Викторович. Давай. Викторович, если бы наши жены бы еще и вообще. Вообще. Оп! Михалыч! Это мой младшенький. Оп! Здорово! Здравствуйте! Держи краба! Как дела? Хорошо. Что получил сегодня? Пятерку получил. В школе никто не обижает? Да не, никто не обижает. Ты смотри, хоть кто-то пальцы в синхроне, сразу мне говори, я, блядь, приеду, там, пиздюлей всем раздам быстро. Понял. Михалыч, я же тебе рассказывал, он же грамоту вчера получил. Ничего ты мне не рассказывал. А ну-ка, принеси грамоту. Пап, я сто раз тебе говорил, это не грамота, это обычный сертификат. Принеси, говорю. Вот. Сертификат за участие в Олимпиаде русский медвежонок. Нихуя себе, Викторович, так у тебя вундеркинд растет. Правильно, учись на одни пятерки. Вырастешь, батьке машину купишь хорошую. Не, ну молодец, ну молодец, правильно. В школе никто не обижает. Ты же если что, говори, я же приеду. На. Что ты там делаешь? Да я вот тут математику делаю. Дай хоть гляну, что вы там сейчас проходите. Масса угля в железнодорожном вагоне 60 тонн. Самосвал может взять 0,3 части этого груза. 6 таких вагонов. Михалыч, ты куда ушел? Слушай, сына твоему уроки помогаю делать, пока ты где-то проебываешься, Викторович. Давай помогу, что там? Это что-то про железнодорожные вагоны. На, почитай. Я думаю, что ответ будет 15. В железнодорожном вагоне. Михалыч, я что-то не догоняю, как у тебя 15 получилось. Самосвал вперед за раз треть от 60 тонн. Так треть от 60 это нихуя не 15, Михалыч. Ну так по-любому, он же не может взять ровное это количество. По-любому что-то рассыпется, что-то там, ну еще там где-то. Потерял потом по дороге, да, Михалыч, ты вообще, походу, блядь. Викторович, ты какой-то фигню горбанчик, твердая четверка, блядь. Короче, Викторович, голову не еби, а ответ 15, пиши 15. А я говорю, 18. В ответах 18. Пропил ты уже свои мозги все, Михалыч. Ну, Викторович. Когда ты школу закончил, а когда я? Мне уже готов по цраку. Михалыч, ты ебанулся, мы с тобой одноклассники. Все, Викторович, не дури голову, пошли лучше с тобой по 50 накатим, пойдем. А вот это вот идея хорошая, пойдем. Ты ёпта, блин. Ты спаги сюда положи. В школе никто не обижает? Не, все нормально. Смотри, у меня есть еще знакомые в ФСБ. Если что, один звонок и все. Понял? Викторович, моя змея, блядь, всю зарплату у меня забирают. Не, Михалыч, я такого не позволяю. Моей семье я финансами распоряжаюсь. Жонки, детям, если надо, у меня все по выдаче. Ты даешь, Викторович. За тебя. Что-то поесть охота. Пойду посмотрю, что там. Ну, у меня же сейчас старшники в Москве, Михалыч. Там... Блин, поесть охота. Когда же уже этот алкаш уйдет с нашей хаты? Ладно, Михалыч, пиздец хорошо, конечно. Пошли покурим. Пошли, Михалыч. Пойдем. Я тебе, Михалыч, что рассказываю про своих, да про своих. Ты расскажи, как там твои дети. Закрывай дверь, Михалыч. А
Алло, мам, привет, ты где? Да я хочу поесть, там папа этого своего друга привел, там сидят, пьют, не дают мне поесть. Все вам давай, жду. Вообще, Михалыч, я свою женку в ежовых рукавицах, как я сказал, так в этом доме и будет. Викторович, давай, по последней. Да я пошел. Сейчас твоя жонка придет, крику будет тут. Михалыч, ты смеешься. Если она сейчас придет, она мне тут как мышка будет ходить. Будем сидеть столько, сколько нужно, понял? Викторович, ну ты даешь. Моя бы у меня за такое уже с говном бы сожрала. Давай. Что-то ты, Лен, сегодня рано как-то. Викторович. Скажи, что мы еще немного посидим. Лен, все нормально. Мы сейчас еще немножечко посидим и разойдемся. Блядь, ты зачем этого закончил? Алкаша домой водишь? Да, я тебе сразу говорю, чтобы этого алкаша в нашей хате не было. Сука, тебе... Подпишись, поставь лайк. Уже, блядь, алкаша в этом доме нет. Ребенок хочет поесть, а ребенок не может поесть.